решили в этот раз взять с собой чаечек, потому что мы смарт. И это вкусный чаечек. Breakfast. Всем приветики, столетики. А мы снова за покупочками приехали в Швецию. Сегодня будет вам обзорчик цен. Мы тут вообще не можем снимать, но для вас контент такой нереальный. Ты заметила, народу нету вообще? Слава. Все, по ходу дела, в отпуске. Я тоже так думаю. Да, вот этот бери. Ну давай, один такой. Может, что-то есть маленький. Это Зинушка, да? Да. Подарочек. А папке твоему? Вот надо подумать. Я думаю, такой же бери. Думаешь? А вот помнишь, мы смотрели вот такой тоже какой-то новый. А, это XO, это XO, это не то. Это XO, это как раз... А, или XO есть. Хороший, да? Да. Теперь, как обычно, мы идем куда? Кушать. Похавать! ₽139, один человек. Что тут сегодня в меню? По-моему, как обычно. Рисик. На, это соус. Курочка есть. Рисик есть. Соус есть. По-моему, сегодня как-то не очень, да? Почему? По-моему, как обычно. Да? По-моему, как-то не очень, как обычно. Но? Пиццарик. Салатосы. Дорогая, ты не лопнешь? No. Мне кажется, да-да. Кайф. Очень вкусно. Вот на самом деле за 139 крон это просто супер, да? Ну, где в Норвегии можно за 139 крон покушать? Кебабни. Ну, и все. Смотрите, какие интересные бомбочки для ванн. Просто прелесть. Немножечко вам тут обзорчика магазина. Так, уже какие-то летние принадлежности тут появились. Всякие кружечки, вилочки, уголечек. Угу. Сейчас вам покажу главного закупщика. Так, идет, ищет. Нашел. Видит цель и идет к ней. И я знала, поэтому и снимаю. Смотрите, как красиво упакован сыр. Интересно, да? Просто очень... прелесть. Угу. Цены вам немножечко. Просто так интересно. Что это такое? Это анчоусы. Мяско. 74 кроны килограммчиков. Ребрышки по 84,90. Так, говядина. Что ты говоришь? Багеты опять 2 за 15. Да? Багеты 15 крон. Это хорошо или плохо? Ну, вроде бы дешево. Ну, а куда нам их сейчас? Я думаю, маме взять. А, ну возьми. Какая скидка на хлеб? Багеты отменяются. Ты снова будешь сейчас его нарезать. Пипец, смешно. 19 крон. Смотрите, какой, да? Угу. Это персиск бред. Ну вот этот, я считаю, что надо взять. Даже нам. Мы его съедим до завтра. Это с чесночком.
вот так. То есть ты сегодня будешь вонять, да? Of course. Никаких прелюдий. Ой, этот прикольный. Как фаркаччо. Ну, а вот опять 2 за 40 надо взять. Вот это фаркаччо прикольно. Итальяно. Фаркаччо. Я думаю, что... Старички на булочке налетели. Ну, хлеб, конечно, красивый тут. И он очень вкусный. По сравнению с норвежским, это прям delicious. Я не хочу к ней подходить, потому что тогда я буду резать. Как надо правильно его класть? Вот так? Либо вот так? Ну, это дубина вообще. Представляете, это просто надо было вот эту штуку закрыть, чтобы она открылась. Так она еще как теперь класть надо? Да я ни разу так не делала. Эти вот вкусненькие штучки. Прикольненькие. Тут булочки еще есть всякие. Кстати, и в Швеции тортов вон куча просто. На любой вкус. И в Норвегии только мороженые торты. Пойдем Нике наберем пончиков. Чтобы Ника была пончиком. Да. Ника толстожоп. Мне это очень не понравится. Нифига, как цена поднялась в кофе. Мы брали две, по-моему, будь здоров. Две, по-моему, были 79, что-то такое, уже 109. Просто крейзи. Скоро зарплаты будет хватать только на хлеб с водой. Пришли в аутлет. Юля, трусы покупать, а то она, короче, пукнула, и у нее все это потекло. Юль! Надо, короче, ей купить что-то. Как-то даже скидок, по-моему, нету. Нет, что-то есть, вон, вижу. А, ну да. Логично, логично. Логично, логично. Ну, шортики. Как я люблю. Смотри, есть вот такой шортик, и такая маечка будет очень прикольно вместе. Давай, прикольдес. I like it. Прикольные шортики. Военненькие. Так, тапочки нужны еще, да? С тапочками тут проблемы небольшие. С тапочками, по-моему, проблемы какие-то, да? Ну, тут да. Я думаю, я так хотела себе что-то типа вот теннисной юбки. Да? Вот и фин. Ну, если ты себе теннисную ракетку еще возьмешь, то why not, в принципе. И к ней юбки. Сапоги. Сапоги. Сейчас модно, кстати, сапоги. Я видела такую, точнее не видела, а я мерила. Вот. Вот этой фирмы норвежской. Очень красивая была. А это ужасная. Мне не нравится. А тебе под лицу, как всегда, все к лицу. По-моему, неплохо. Но это важный обзор, да, конечно. Ну как тебе? Ну вроде как нормально, так вроде все сидит. Угу.
А тебе? Мне тоже кажется, да. Ну, все, берем. Едем сейчас в Dollar Store покупать что-нибудь котику. И, может быть, найдем что-нибудь степулику. И, может быть, найдем что-нибудь для собак родителям. Да, чуть-чуть уже надоело шляться, честно говоря. Шляемся вообще ничего, знаете, ну, как бы так. Ну, чисто. Это уже долго, на самом деле. Понимаете, он купил себе костюм, и все теперь, он король. Король этого мира. Угу. За 299 костюм. Или сколько он стоит? Вообще-то почти 400. Ну, блин, вообще, ты представляешь. Король вселенной. Свенская дама. Юра, какие они по объему? 40 литров это большие либо маленькие? 40 литров это как бы маленько. Маленькие? Да. Такие нам что ли надо? Это 125 литров, это большая. Блин, ну у нас нету пакетов для мусора. Нам хоть какие-то. Ну вот там вот 30 литров. 30, 30. 40, 30, 30, эти 40. Вот эти 40. Ну. Вот, 60 литров, пожалуйста, тебе. Две. Угу. Две за 30. Смотрите, качели. Блин, я бы хотела нам в сад качели. Да? А куда их повесить в саду? Некуда, у нас дерева нет. Тут много всяких детских игрушек. Вот это нам надо. Это тебе надо. Обязательно. Рот разрабатывать для влогов. Эти всякие очень красивые, но она еще маленькая. Но потом можно будет ей такое яйцо подарить прикольное. У меня в детстве были такие. Кто? Подписчики-то не знают. А. Это надо объяснить. Дяди, дочка. Но не дядя, это мой брат получается. Мамин племянник. Пипец, объясняет. Короче, мы едем в Латвию, там будет дядя. У дяди дочка. Да. И мы выбираем подарок. Да. Дубина. А может быть ей вот такой рюкзачок? Прикольный, да. Да? Прелесть. Mm-hmm. А какой, розовый или, мне кажется, серенький лучше, нет? Это Рай Иннокентия. Иннокентия – это наш кот. Значит, смотрите, какие всякие есть вкусняшки. Попробуем взять такие вкусняшки? Попробуй. Смотрите, это... Только ты сама сначала попробуй, а потом это бери. Это с уткой. Смотрите, это с уткой, а это с кошкой. Юмор черный. Так какую возьмем? Цепь? Наверное. Да. А это что такое? Это лежать, лежанка. Mm-hmm. Тут корма есть. Mm-hmm. Кстати, здесь подешевле будет, чем в Норвегии. В Норвегии я вот за такой пакетик для... Это детский был, 99 крон. Здесь 75. Слушай, а может быть ему миску купить? Тебе тоже не нравится наша мисочка? А, нет, это Стефан и мисочка. Ну да. А то мы у него отобрали. Ну да. Но это пластмассовый не хотелось. Такие не очень симпатичные. Сейчас еще обойдем, посмотрим. Ну это такая тоже небольшая. То, что я видела... Лидл побольше, Лидл лучше посмотрим. Смотрите, такие какашки, а внутри пакетики. Для собачек, для какашулечек. Видите, как красиво это для мамы.
мороженого ложечка накладывать. Красиво. Выглядит не как для мороженого. И разных цветов. Смотрите, тут всякие поливалки. Круто. Выглядит как будто не для мороженого. Отстанет. Так, мы приехали в Лидл. И тут уже ребрышки. По 76 крон. Мы сейчас не будем закупаться, потому что мы уезжаем. У меня есть какие-то супер предложения. Смотри, какая копченая рыбка. Сегодня? Нет, можно купить заморозить. Просто я здесь редко такую вижу. Как тебе оно? I don't know. Или потом, когда уже приедем закупаться, тогда. Должно быть здесь для кота вот это коптилка. Грильчики. Тут даже инструменты есть, но я бы не рисковал их покупать. No. Пойдем чуть-чуть молока возьмем. Кстати, тут можно минералку посмотреть. Да. Парочку молока надо взять. Потому что молока мы много пьем. Ты много пьешь. Я сейчас подсел на минеральную водичку. И тут минеральная вода 38 крон. За 6 бутылочек. За 6 бутылочек. А я беру по 22 одну бутылочку. Угу. Выгодно? Да. Попробуй возьми такой. У меня к тебе вопрос. 49,90. Это за 4 штуки или за одну? Не видно в компьютере. За пачку, по-моему. За целую? I don't know. Я шведский не понимаю. Ладушки, мы с вами прощаемся. Говорим вам до свидания. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А то мы видим, очень много смотрят нас без подписочки. Да, и меня стали кусать слепни. Из-за этого.